День Архангела Гавриила. Когда и как отмечать этот праздник? 8 апреля и 26 июля отмечается Гавриил Благовест, День Архангела Гавриила или Собор Архангела Гавриила. Собор значит собрание. Православные христиане в этот день собираются вместе, чтобы прославлять Архангела Гавриила, который являлся многим людям и приносил им благие вести. Как празднуют? В этот день традиционно возносят Архангелу Гавриилу молитвы о здравии, исцелении, защите, помощи, поддержке, просят мудрого совета и наставления. Работать в этот день не запрещается, но домашние дела и рукоделие лучше отложить. По традиции, в день Гавриила занимались высаживанием кабачков, помидоров, фасоли, тыквы, арбузов и дынь, закладывали для прорастания картофель. Если снег уже сошел, пионы и лилии освобождали от укрытия. В народе верили, что Гавриил Благовест 8 апреля спускается с небес и прислушивается к людским желаниям, исполняя заветные. Для этого нужно выйти утром на улицу и сказать слова: «Гавриил, ты мои мысли узнал, про мое желание прознал. Прошу тебя, слуга Господний, на помощь приди, задуманное исполни. Именем Христа прошу, ради Богородицы молю». Приметы. Верба 8 апреля цветет, можно улья ставить на пасеке. Утром заморозки, весна будет долгой и прохладной. Если с крыш снег не сошел, то он пролежит еще месяц. Пора высаживать картофель, если черемуха начала зеленеть. Сон, приснившийся в ночь на 8 апреля, расскажет о событиях следующего года. Рожденные на Гавриила – отзывчивые и добрые люди. Я вас поздравляю с Днем Собора Архангела Гавриила. Всех благ от чистого сердца желаю. Пусть благие вести вас настигают всегда, а жизнь будет счастьем полна. С Днем Архангела Гавриила!